На чемпионате Европы по греко-римской борьбе едва ли не ближе всех к медали подобрался полутяж Николай Стаду. Чемпион страны своим упорством и трудолюбием заслужил поединок за бронзу. Коля Стадоп сейчас будет бороться за третье место. Он у нас долгое время, можно так сказать, залечивал свои раны. То есть у него была серьезная травма коленного сустава, разрыв крестообразных связок. Он долго восстанавливался. Попал очень в сильную подгруппу, где и чемпионы олимпийские, и которые не попали даже в десятку. Поэтому боролся достойно, не хватило. Он у нас тоже после травм, после только восстанавливается. Я думаю, что в будущем он будет показывать хорошую борьбу, хорошие результаты. Жаль, вот только соперник оказался не по зубам. Бронзовый призер Олимпиады в Рио немец Деннис Кудла одержал победу 3-1. Но было очевидно, что Николай сделал все, что мог. Николая давно ждали этого результата. В 2011 году он ездил, боролся здесь, в Румынии, на чемпионате Европы среди юниоров. И вот это, считайте, что 8 лет он не участвовал в соревнованиях такого уровня. Видимо, тяжелые схватки. Поэтому чуть-чуть не хватило. Вот я считаю, что выносливость. Здесь у нас еще там Кулиев мы перевели 8-7. Так что здесь уже хорошо, друг друга будут щипать. Это есть. Там еще ряд молодых есть, там есть и Климович 87, там есть, как его, еще парень с Борисовским, мальчик у нас хороший. Ребята есть там в этом весе.